будто мы идем вперед, нам не понять шаг назад. Легче убить, чем зацепить прошедший факт. Будни и проблемы слез теряю с главным делом. Мне хочется есть, время нет искать ответы. Все смело тянут руки к солнцу. Третьей степени ожоги, но каждый хочет быть на троне. Единой мысли нет в строе, на сути строят на чужом горе. Строим, несмотря на корни ломом. А наши предки разделили небо в секты. Нам теперь диктуют веру, как будто мы не в системе. Их слова внушают по системным каналам. Их слова двоичны, в упрек сознанию. И в новый век свободы для угрозы лозунг. В ее защиту стоит маски. Наемный воин, реальный мир не фактор в этой машине мысли. Чем ближе к цели она, тем дальше мы от жизни. И все кивают в такт, все кивают в такт. Все кивают в такт, все кивают в такт. Все кивают в такт. Я не в попад, у меня не хватает фраз. Меня кидает то туда, то на вас. Каждый всплеск мой пустой шанс. Но я кричу вслед, иначе не могу быть смелым. На этой сцене и стимул жизни деньги. Купюры душат покорным, как смертный верозрение. И мы не можем видеть наши цели. 3600 раз в день реклама давит на мозги. И сила воли не сдаваться в роли. Все больше мой устав на тем походит в этом споре. Никто не помнит, как нам люди ложь подносят. Всех куда-то ломят, называют это модой. И в школе учат, как войти в систему точек. Нам давно защиту мысли не снабжает током. Скоро в гены будут вводить иммунитеты, чтобы сыпать с неба за любые темы смерть. Но все так же все глаза наверх или в пол. Снаряд за спиной готов размазать всю планету на части. Никто не даст нам шанса разоблачить рабство. Шансы дефицит, пока дыра во лбу у каждой нации. Все кивают в такт, все кивают в такт. Все кивают в такт. Все кивают в такт. Я не в попад, у меня не хватает фраз. Меня кидает то туда, то на вас. Каждый всплеск мой пустой шанс. Но я кричу вслед, иначе не могу быть смелым. Все кивают в такт, все кивают в такт. Все кивают в такт, все кивают в такт. Все кивают в такт, все кивают в такт. Все кивают в такт. Я не в попад. За круглым столом собрались все, кто знает. Но никто не может вернуть тот потерянный атом. Абсурд ли это? Никто не знает ответа. Зачем же люди заселяют континенты нашей планеты? Пока материя в тепло постепенно тает. Мы как огонь сжигаем все, что на пути встречаем. Инструмент ли мы природы разрушения плоти? Возвратим ли мы процент того, что мы угробим? Весь вопрос прогресса разрушения жизни в целом не подлежит тому, что человек обязан делать. Есть причины, по которым звезды светят ночью. Включи фонарь и загляни поглубже в совесть. И твой инстинкт будет давить на душу, думай о себе. И кто спасет тебя, когда ты будешь на дне? Когда поймешь, что доигрались мы все. Когда поймешь, что жизнь не игра вообще. И ты увидишь, как все головами кивают в такт, кивают в такт, кивают так. Все кивают в такт, все кивают в такт. 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 Все кивают в такт, все кивают в такт.